косую сено. На улице по 32 день, хоть и 21 сентября сегодня. Поэтому решил убрать сено. Так проще и быстрее сейчас. Еду по ветру. Хорошо выручает приточный фильтр. Раньше у меня такой, когда с мини-прессом сено готовил. Вон он торчит белый. Хорошо справляется с пылью от сена. Но с земляной похуже. Но тоже лучше, чем без. Сено, конечно, либо десятка два набралось. Тут вообще почти нет по этой стороне, там побольше маленько. Это все пораздувало, хороший, так пушистый, кое-как сгребается, а еще и ветра было вдобавок. Вот такой сенокос осенний. Сено пушистое, мягкое, так то плотненько набито. Хорошо промято. Но я специально потихоньку ездил, хоть и волка нету. Но ездил потихоньку. Тут получше пропрессовалось оно. Потери многовато, конечно, блин, ветром все пораздувало, но ничего. Сейчас там у меня чуть-чуть юг не хватило добрать, уже проеду, густоту пособираю еще, в общем. Так, что у нас вышло? Тут у нас 3,5, 1,22. Ну и 23 будет. С полгектара, не густо. А в июне у меня здесь вышло, по-моему, 70, 72 что ли. Так что не очень-то что-то тава нынче наросла, хоть и дождей много было, почти до середины июля. Но чего-то и не хватило. Так что вот получается, там 34-57 рулонов у меня всего. Вместо сенажа эта тава пойдет, буду зимой ее подкармливать, она зелененькая, хорошая. А сенаж, не знаю, пока некогда. Вырастет, он уже не вырастет, как бы не засох, может, накашу еще немного. Но тоже там косить особо нечего. 10 тюков с гектара будет, блин.